Так, что у нас здесь? Ох, нифига, крутилочек сколько много. О, а, нет, спасибо. Тут эта змея пролетела якобы. Якобы змея, на самом деле не змея была. Ого. Дальше, что у нас здесь? Ух ты, все исчезает, все исчезает. Это лед, лед ломается. 29 секунд. Во, смотри. Ну, прикольно, давайте повторим. Трасса, трасса будет. Оп, 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 оп. А-а-а! Взорвался, давай еще раз. Ну, вот это вот, как бы, трасса несложная была. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, давай, давай. Да нифига не сложная, почему она такая сложная становится потом? Сразу-то она не сложная, а потом сложная. Так, это перепрыгнули озеро. Так, здесь так же самое. А чё мне эта палка на меня упала, ударила, прикинь? Офигеть. Так, стекло бьется. Всё, сейчас успеем. Так, 34 секунды. Так, а ну-ка, подожди. А, ну все нормально. Так, следующий уровень. Ну, видишь, я могу с первого раза выиграть. Интересно. Hold break называется. А что такое? А, ломай лед. Это лед или стекло? Ух ты! Да ты чё? Ну типа он сам ломается, да, под моим весом? Я тут особо ничего не делаю. А за сколько секунд надо доехать, интересно? Так, а ну, назад-то она не едет. Чебурек этот. О, ускоритель. Есть. Не-не-не-не, какой у меня там уровень-то? Алло, куда вы мне шлете-то? Так, какой был? Пятый? Надо переигрывать. Надо успевать. Вот с этим льдом непонятно, что делать. О, нет, взорвался я. Так, играем мы Cars Yes Cars. Машинка есть машинка. Так, это мы только-только начинаем играть, ребята. Это первый уровень. Поэтому я постараюсь хорошо, быстро ездить. Так, у меня ускоритель есть? А, нет, сейчас у меня ускоритель есть. Сейчас я его запускаю. Всё. Так, у меня копы. Ух ты, копы, на тебе. Надо копов убивать. Да, одного копа я убил уже. Давай-давай, здесь ускоримся, быстренько. Проезжаем, отлично. Так, конфетки. Так, вот у нас машинки. Их тоже, наверное, надо уничтожать, я так понимаю, да? Да-да-да-да-да. Все, мы их уничтожили. Так, ну, опа, а что за бомбочки? Машинки бомбочки какие-то были. Так, у меня ускорителя, кстати, мало обычно. Так, и чё? Как мне этих его убить? Проехали. Ах, один этот самый мы не взяли. Алмазик. Прокачай машинку в гараже. Давайте посмотрим. Ледокол. Так, скорость. Давайте прокачаем скорость. И все, у нас пока денежек нету. Выбери уровень на карте. Так, ну мы будем играть уже пока в другую игрушку. Так, ну что у нас здесь? Жукашки, паукашки всякие, да, бегают? Вижу. А мне, ребята, нужно вообще-то сюда как-то... ух ты, ё-моё. Ладно, сделаем по-другому. Вот так вот. А ты чё так быстро бегаешь, вонючка? О, чё это здесь? Вниз спустился? Да ну. Первый раз такое, что он спускается вниз. Ага, здесь можно яблочки собирать. Круто, круто, круто. Так, а здесь бандитов нету, да?
Нифига, это что-то новенькое, ребята. Что я там? Спустился вниз. Может быть, на всех этих можно было спускаться, а я не спускался. Где медом нарисовано. Типа мед. А ты не умираешь? А нет, убил. Убил его, гада. Ну. Еще один. А, вот, все, смотри. Так, а здесь вниз спуститься нельзя? А зачем так нарисовали, что типа можно? Так, мне вот эти монетки убьют, мне кажется. О, это что такое? О, нифига, смотри, у меня защита. Только почему не показывают, сколько по времени мне эта защита будет действовать? Когда она закончится, эта защита? Все. Как началось резко, так она резко и уничтожится. А это что за динозавры здесь ходят? Это что-то новенькое. Какие-то новые динозавры. О, грибочек. Тик. Ага. Так, прыгаем наверх, может что-то наверху интересное есть. Нет, нифига нету ничего интересного наверху. О, их можно тоже так вот гасить. Здесь как бы врагов можно гасить, всех просто на них прыгнуть. Все, добрались мы до своего флагштока. И прошли уровень. 8 уровень прошли. 3 звезды дали нам. На этот раз и я возьму другой танк. Возьму-ка я Титан. Титана возьму, ребята. Так, у нас Титан и Джокер. Противники. И 2 Титана, нифига себе, как так? Офигеть, офигенно, ребята. На, получай, сейчас я тебя щелкну. Сейчас я тебя отщелкну, подожди. Ух ты, ё-моё. Чё там у нас? А как так? Меня взорвали, кто меня взорвал? Не понял я что-то. Так, у нас один противник был? Да. А противника мы уничтожили. Дружище, дружище уничтожил. И у нас есть сундучок. Давайте его откроем, посмотрим, что же там. А в сундуке у нас улучшение на Атлас. О, спасибо. Это нам нужно. Улучшение на Атлас и на Титан есть улучшение. А что у нас там на Атласе? 20-ка стоит. Давайте немножко повысим Атласом. И пойдемте. Тогда я выбираю Атлас. Ух ты, там Тесла. Ё-моё. А у нас какой-то Джокер вонючий маленький. Ой, ладно, попробуем. Попробуем, сыграем. Так, я здесь буду стоять. О! Так, ух ты, нифига. Это Тесла вонючая, смотри. А что она не стреляет, я не понял. Почему Тесла не стреляла? Так, попал я, да? Попадаю или нет? Ух ты, вонючка, смотри. На тебе. Ух ты, он меня сейчас отщелкает, да. Отщелкал, у нас, ребятушки, поражение было. А тогда я возьму свой супертанк. Нет, надо его открывать, ладно. Давайте возьмем... Да почему бы мне не взять Феникса? Возьму Феникса. Ух ты, а нет, я думал, еще один Феникс. Думал, 2 Феникса, да как так? Нет, один Феникс и еще какой-то чувачок. На, сейчас я вас отжарю, ребята. Вообще, в легкую. Иди сюда. А, что, попрятались? Смотри, они спрятались. На тебе огонька. А тебе огонька не надо? Так, одного взорвал. Следующего, так, мне нужно подремонтироваться. Я успел даже отремонтироваться, представляешь? Да, звезду одну получим. Так, ребята, а что у нас за часики здесь? А, режим секундомер. А, можно выбрать режим секундомер. Так, главное вот этого чудика надо прибить. Опа, готов. Так, а что у нас с этим режимом секундомером? А где у нас это прошлое, там что-то там будущее? Летать во времени, что-то такое было. Ух ты. А, это и есть секундомер, да? Ой, фигня какая-то. Секундомер ваш. Так. Опа, промахнулся, а я слишком рано его щелкнул. Ну ладно. Так, монетки. 600. А что, больше нельзя? О, да. Перчатка. Блин. Я хочу в перчатку играть почаще. А когда вот она дает перчатку, то...
быстро заканчиваются почему-то. Так, далеко мы, интересно, пройдем или нет? О, бочки, 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 не успела до бочек добежать. Так, а вот у нас и ревейные мишки. Фиолетовые пошли. Ну, ух ты, давай, перчатка. Раз, два, три. Есть, еще и монетки выиграл, нифига себе. Круто, круто, круто. Летим, у него в трусах ракета. Две ракеты, то есть. Ой, спасибо. Это типа вармишки были, да? О, нет, 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 полицейский. Вонючка. Прыгалка, да-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 да. Надо добежать, добежать, добежать. Есть, добежали мы. Ух ты. А как можно эту штуку регулировать, да, как-то? Я еще пока не понял. Да, врезались мы. В стену. 120. А, 208 монет у нас. Что можем приобрести? Мишка-корявишка, чтобы увидеть их чаще. Ну, давай купим их, корявишек. Так, а здесь что у нас было? А, здесь еще, смотри, два чувака каких-то можно выиграть будет. Ну, ладно.